такая, там дырочка у нее. Вот туда дырочка. Она специально для нас, смотри. Ага, позирует. Смотри. Позирует. Ой, я говорю, вон она язык высовывает. Мы, короче, уже все, ну, уходить собрались из зоопарка, уже четвертый час гуляем. И идем мимо. Я говорю, а что они там смотрят? Они говорят, а, змею смотрят. Я думаю, ну, просто это змея или, думаю, просто муляж. Ну, потом подхожу ближе, думаю, нет, вроде она, это похоже на настоящую. Но все равно мы стояли и думали, настоящая или не настоящая. И вот она сейчас глазами так, тынк. Потом такие языки начала свои, как дракон. Вытаскивать свои тонкие такие языки, а потом как открыла пасть, а там у нее внутри такая дырка, и в эту дырку видно, она заглатывает животных, и вот они потом туда по дырке, туда у нее уходят. Вообще никогда ничего подобного не видела. Вот, поползла. Поползла. Марина их всех Бэби называет. Какие они тебе Бэби? Жуть. Вон какая она задушить может только так, Ксения. Смотри, смотри, сколько метров. Вот сколько, вот давай посчитаем. В попугаях. Раз, два, три, четыре, пять попугаев. Ну, это такой вот удав конкретный. Я думаю, метров пять, я думаю. Обалденный красавчик. Да, метров пять. Обалденный. Не меньше, потому что, ну, смотри, вот метр, два, три, ну, четыре с чем. О, смотри, 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 вот это пасть. О, красавчик ты наш. Красавчик, мой ты наш красавчик. Он что позирует, а? Да ты ж молодец какой, специально для нас, да, показывает. Вот языки свои. Ты вон, языки, ну, Андрюш, ну покажи. Ну посмотри, ну покажи языки, что на меня-то? Вон, они языки какие. Ладно, всем привет из Австралии.